Всем привет! 28 ноября сотрудники НАСА впервые за 37 лет запустили резервные двигатели у космического аппарата Voyager. И у них, черт возьми, все получилось! Теперь они смогут корректировать положение Вояджера, чтобы его антенна была направлена все время в сторону Земли и могла посылать нам смс, ну в смысле научную информацию. Сигнал, кстати, идет более 19 часов. Удачный запуск двигателей, как говорят, продлит миссию как минимум на пару лет. Чем не повод поговорить о Voyager подробней. И для начала 5 интересных фактов об этом космическом страннике. Voyager 1 летит уже более 40 лет. Меня и многих из вас еще даже в проекте не было, а он уже летел и продолжает лететь. Это первый рукотворный аппарат, который покинул границы Солнечной системы. Это самый быстрый объект, созданный руками человека. Его скорость 60 тысяч километров в час. Вне Солнечной системы до ближайшей звезды Voyager достигнет через 40 тысяч лет. И он самый быстрый. Real talk. На борту Voyager находится послание инопланетянам – позолоченная пластина с информацией о Земле и землянах. В 1976 году состоялось редкое событие. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун на три года оказались по одну сторону от Солнца. Такое бывает раз в 177 лет. Специалисты НАСА решили совершить ход конем и убить сразу несколько зайцев. Они решили запустить сразу два зонда, которые быстренько экономят топливо благодаря гравитационным маневрам, долетели бы до этих планет и хорошенько бы их там изучили. Так родились две миссии Voyager 1 и Voyager 2. Аппараты-близнецы летели по разным траекториям. Первый по быстрой до Юпитера и Сатурна, второй по медленной с залетом ко всем планетам-гигантам. В космос станции отправились в 1977 году и до сих пор продолжает свой путь. Давайте посмотрим, что из себя представляет Voyager. Аппарат весит 722 килограмма так как предполагалось, что залетит он далеко, туда, где явная нехватка солнечного света, у Voyager нет солнечных батарей. Электропитание дают три вынесенных на штанге радиоизотопных термоэлектрических генератора, так называемые ретеги, работающие на Плутонии-238. Для передачи и приема данных на Voyager две антенны, направленная и ненаправленная. Отдельно установлены штанги магнитометра и штанга с другими научными приборами. Тут две камеры, одна с широкоугольным объективом, другая с телевиком, инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры, фотополириметр, детекторы межпланетной плазмы, заряженных частиц низкой энергии и космических лучей, а также приемник радиоизлучения. Благодаря этим приборам Вояджеры исследовали все планеты-гиганты. Была открыта вулканическая активность на Ио, впервые замечены кольца Юпитера, Изучена атмосфера Сатурна и структура его колец. А Voyager 2 по-прежнему единственный аппарат, пролетевший вблизи Нептуна. Эти межпланетные станции получили уникальные для своего времени фотографии. Эта легендарная фотография, получена в феврале 1990 года. Она называется Бледная голубая точка. Это наша с вами Земля, с расстояния почти 6 миллиардов километров. Сейчас вояджеры нацелены на исследование внешней части Солнечной системы. Предположительно, энергии на это дело у них хватит до 2025 года. Так что есть еще порох в пороховницах. А на этом все, друзья. Если понравилось видео, не забудьте поделиться им с друзьями, поставить лайк и подписаться на канал. Пока!